Я лично, не знаю, я наверное, мнение всех здесь скажу. Мнение всех скажу, лично я. Против полигона рядом с этим природным памятником. Я против этого, никакие километры там. Есть солнечки. Будьте добры, там построить дорогу туда, 6-7 километров, где солнечки, где даже трава не растет. Будьте добры, там построить полигон и туда возить мусор. Они ни в коем случае с народом обсуждают, создать рабочую группу. Что-то изменить этой ситуации правительство не хочет. Вы это уже видите. Уже принято решение. Там они собрали своих общественных, своих людей. Что надо делать? Закрывать!